Приветствую всех. Рад всем передать привет общине Игнатию Лапкину в Потеряевку всего и всем, кто принимал участие в отправлении этих книг. Вот. Коробки получил, слава Богу. У меня большая радость сегодня. Это икона Спасителя. А это груз, который я принес сейчас с почты. И осталось только открыть. У меня большая радость сегодня. Вот. Так. Вот что мы видим. Для Слова Божия нет уз. Для Слова Божия нет уз. Книга Игнатия Тихоновича. Все дошло, все получил в целости и сохранности, открытым оком. Вот. То есть 15-й том. У меня радость сегодня на душе. Такие книги получил. 29-й том, открытым оком. Вот. Вот кошка даже радуется, она тоже. И на во это, новые запахи. Ей охота понюхать. Все. А вот визитки здесь тоже все дошло. Открытым оком, 16-й том. Вот. Вот. То есть все это благополучно прибыло из Барнаула. Спаси Господи. Слава Богу за все. Большая радость такая. Такие труды получил. Возблагодарю Бога. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот. Слава Богу за все. Ну и вот дальше мы продолжаем открывать. О, как прекрасно. Это да. Это труды большие. Вот, продолжаем открывать книги. Что мы видим? Открытым оком дальше. И 9-й том, и 5-й. Вот. Такие труды. Церковь, свобода, тюрьма. Симфония на жития святых. Симфония на жития святых. Какой я теперь богатый стал. Вот так вот сейчас сделаем. Вот. И вот все книги. Хочется показать, хочется разложить вот так вот. Вот. Это такая радость. Вот так вот, да, чтобы все уместились. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Чтобы все уместились. Это очень, очень радует. Вот. Вот так вот. Как хорошо-то. Я люблю читать. Люблю книги. Открытым оком. Ох, сколько много книг-то. На почте удивились. Говорит, что это такое тяжелое-то? Они не знали даже. Не поняли, что книги это. Симфония. Вот как хорошо-то. И дальше продолжение. Продолжение следует. Вот еще. Ух, сколько много книг-то. Ух, сколько много. Какие хорошие все. Вот. Духовная пища. Духовная. Полезное для души. Ох, как я благодарен, Игнатий Стихович. Благодарен.
Слава Богу за все. А вот 23-й том. Ага. Тоже. Ну все, тут все дошли книги. Все книги в целости и сохранности. Прекрасно. И Новый Завет, вот он, Новый Завет. Первая, вторая, третья книга Нового Завета. Вот они какие красивые. О, это какие красивые книги-то, а? Новый Завет. Открытым оком. Вот. Радует, очень радует. Ну, куда же их пристроить еще? Вот так вот, наверное, сделаем. Вот так. Вот так. А это я в руки возьму. Да-да. Первый, второй, третий в руки вот так вот возьму. А это вот так вот. Открытым оком. Вот. Вот. Какие богатства Господь сподобил получить сегодня, 26 число сегодня. Вот. Вот такие вот книги. Слава Богу. Слава Христу. Вот. Хочу большой благодарственный привет передать в Потеряевку Игнатию Тихоновичу лично, а также всем его братьям во Христе, его общине, всем, кто его поддерживает, помогает. А самое главное, спасибо за то, что Игнатий Тихонович такую полезную работу совершает в наши тоже сложные времена. Дай Бог ему здоровья и храни Господь на всех путях его. Во славу Божию. Аминь. Ну вот. Вот они. Три тома Нового Завета, которые я раньше видел только на картинках, на фотографиях. Теперь они вот у меня и очень радуют. Очень счастлив. Вот они. Все три тома. Вот. Теперь есть пища для души, духовная пища. Есть над чем работать, над своей душой, перетряхивать ее, перелопачивать в свете Евангелия, в Духе Святом, в благодати Божией. Дай Бог укрепления в этом пути, тоже непростом, однако, но спасительным и полезным. И всем помоги Господь на этих путях, чтобы Он привел к истинному источнику всех тех, кто ищет от чистого сердца этот путь, путь истины, путь жизни, путь Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.